Вы потеряли сына. Это был несчастный случай? Мы с Анитой ждем ребенка. Он родится следующим летом. Как ты мог? Мой сын Джакомо признался, что в его комнате появляется мальчик. Пусть есть всего один шанс. Его нет. Ты не должен ходить в тот дом. Не играйте на чувствах людей. Разве я вас к чему-то принуждала? Неужели тебе так трудно принять правду? Что случилось в тот день? Происходит нечто тревожное. Это не совпадение. Это знак. Ты поверил той женщине? В том, что тогда произошло, нет вашей вины.